пусть хранит Бог нефть и королеву. Господи! Я все это заслужил. А что случилось? Виктор больше не олигарх. Санкции, сэр. Жопа. Кажется, в вашей жизни произошло самое страшное, что может произойти в жизни богатого человека. Хлеб с хлебом. Это булочка брешь за булочкой брешь. Да что ты все брешь, а? Я же не Чубайс в эмиграции, чтобы экономить. Адам, что-то тут холодно как-то. Вы в одних трусах, сэр. А где моя одежда? А где машина, Адам? Как вы говорите, сэр, отжали. Ты понимаешь, до чего я докатился? Я раньше даже не купался в воде из-под крана, а теперь я ее пью. Есть серп, который сможет переправить вас в Россию, минуя паспортный контроль. 300 фунтов и серп. Звучит как порно, сэр. Только непонятно, с каким концом. Моча, фильтр, пить. Нам с тобой терять, походу, нет! У тебя такое лицо, будто мы в Шотландии тоже газ отключили. Там приехала ваша бывшая теща и ваша бывшая жена. Третья, конченая. На хлебе и икре. Демонов вызываете или бесов изгоняете? Вам принадлежал футбольный клуб «Бабинки». По условиям договора вы обязаны их содержать. В нашем доме настали черные дни. Ну ты ж понимаешь, с тебя компенсация. И расходимся, как Тиньков с банком. Так себе пример. Дай мне 5 минут, и я найду ту, которая нас спасет. Такие страшные. Будто их папа сам Борис Джонсон, а мама королева. Сэр, я из VIP-эскорт-компании. Мы вынуждены открепить Оливию от вас. Оплата не прошла. Дорогой, позвони мне, когда снова станешь олигархом.